еще один сверхострый сорт. Этот сорт называется Seven Pot SR Strain. Это очень острый сорт для любителей острых ощущений. Острота этого сорта от 1 миллиона до 1 миллиона 300 тысяч скобелей. Очень острый сорт и очень красивый. Смотрите, какой. Какой красавец. Такой вот перчик. Имеет кубовидную форму. Вот, видите? Он похож на марку скорпиона. Очень красивый, очень острый. Срок созревания у этого сорта от 90 до 100 дней. Это высокоурожайный сорт. Кусты могут достигать от 80 до 90 сантиметров. Этот сорт был выведен в Тринидаде, в Карди. Смотрите, какой красавец. Пупырчатая у него структура. Он такой вот оранжево-красный. Еще не полностью вызрел. Он созревает до красного цвета. Это многолетнее растение. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Можно выращивать на подоконнике. Вот у меня кустик не превышает где-то сантиметров 60 в высоту. Вот такой вот красавец. Смотрите, просто, просто супер. Какая красота. Такой перец приятно держать в руках. Этот сорт полюбляет бабочка-совка. Ну, с куста осталось у меня 7 штук на кусте. А было, наверное, штук 15. Ну, грубо говоря, больше половины она уничтожила. И что интересно, совка выбирает самые сверхострые сорта. Она не берет там что-то там 20-30 тысяч скобелей. Выбирает такие, которые по миллиону, по полтора. Уничтожает все. Просто нет. Это целая напасть. Может, кто-то знает, как бороться с совкой. Я не хочу никакую такую сверххимию, которую потом нельзя будет кушать эти перцы. Может, кто-то что-то посоветует? Пишите в комментариях. Обязательно буду ждать. Всем пока. И больших вам урожаев.